Итак, всем кусь-кусь, с вами IRCB канал MZ, Zontic Channel, что означает Мишка Зомб. Да, братишка, объединились. Вот, играем в Поле Чудес, дошли до супер игры, но я, честно, я не мог это не записать и не выложить. Кстати, зацените нашу эмблемку слева снизу. Мишка М с Евротраком и фоном, а Зонтик как вот и был. Вот. Ну и, кстати, на форуме очень хорошо говорят, вот я модерирую блогеров, просто МЗ. Людям удобнее писать с телефона, чем копировать полностью. Так что у нас ребрендинг. Ну вот, собственно говоря, подготовил для Дем вопрос. Также в супер игре участвует Настя. Настя, ты тут? Я. Вот. Я даже закуриваю. Они просто не представляют, это супер игра, ребята, это действительно что-то тут, тут надо серьезно просто. Я надеюсь, ЭБС-ка не повиснет, ну, на 11-й винда должно вроде нормально работать, вот. Так. Ну что, готовы? Готовы. Подключились? Да. Открываю. И сколько? Я помню. 16. Угу, понятно. Так. А, время ограничено, да? Ну, мы сейчас с вами откроем. Ну, ладно, так и быть. Букв 8. Вот. Потом у вас будет около минутки, чтобы все это дело обдумать. Значит, если 8 букв, 4 называет Дема, 4 называет Настя. Поэтому, собственно говоря, и 8. Мне интересно, угадаете или нет. Еще на самом деле слово простое. Если будут какие-то мысли, я потом это подсказочку дам. Ну, чтобы выиграли все-таки. Мы же на смех играем, а не чисто так, чтобы я до двоих поиздевался. Так, Дем, давай первую букву. А. Секунду. Мне их надо поставить. У меня все-таки ручка сломана. Сейчас. Тут еще главное не промахнуться, а то же это. Потом сам же виноват будешь. Да и ролик не выйдет. Да, и ролик записывается вживую. Так, следующее. О. Стоп. Я просто проверил, что это. Все нормально. Дема прямо бьет рекорды. Сейчас. Дем просто знает, какие буквы надо брать. Ну, они с Настей сегодня 1-1 сыграли. Они стал писать саму игру. Мне ее лень монтировать, честно скажу. Да и вряд ли кто смотреть будет. Давай следующее. Вот, хочу бы. Блять, ты меня подставил. Да, блядь, не промахнулся бы просто. Ага. Так. И последнее. Давай, наверное, R. Ну, короче, все понятно. Супер игру можно уже заканчивать. А, ну. Настя. Дема бьет по основным буквам.
Хотя хрен его знает. Настенька. Д буква. Дмитрий, нету буквы Дмитрий. Ход Дёме отдать. Нет. Жаль. Таковы правила игры. Ну давай, на бум, не знаю, время. М, Михаил. Нет. Мишка, тебе привет, кстати. С канала Мишка Зонт. МЗ. Ну, еще две. Типа. Чего? С. С есть. И последнее. Т. Тимофей. Логично. Время пошло. Думайте. А то и так долго буквы называли. Где у меня тут? Ну, короче, ладно, похер. На телефоне поставлю. Так. Да вы почти слово открыли, народ. О, все, о, я понял, я понял, я понял. Короче, понял. Ну, я два варианта приму, естественно. У нас раунд выиграла Настя, раунд выиграл Дема, но у Дема время до ебеней. Поэтому третий не играем, кто на супер игру попадет, пускай оба. Все, время вышло, короче. Вы слишком долго букву выбирали. Дема, слово. Разочаровываться. Настя, слово. У меня слова нет. Понятно. Да, все правильно. Разочаровываться. Я их просто количеством букв напугал с самого начала. Вот поэтому и решил снять ролик, чтобы реакцию заснять. Вот. Так, ну а вам, зрители, всем спасибо. Это короткий ролик. Дальше будет Serious Sam, стримы. Сейчас я такую квартиру до конца приберу. Вот, мне кое-кто поможет в этом. И надо еще кое-какие дела сделать. Все, Discord, прощайтесь. Всем пока. Все, народ, всем кусь-кусь. А с вами был IRCB, канал МЗ, Зонтик Channel. До связи.